Что находится внутри глаз Фиксая в Майнкрафт? Сегодня на меня напал странный смайл, который плюнул мистической жижей. В итоге я заразился от него и начал постоянно телепортироваться из стороны в сторону. Гречин решил помочь мне путем внедрения в мои глаза, чтобы избавить от заразы. Но мы забыли внутриняшку, и теперь он управляет мной. Смогли ли мы избавиться от главного паразита? Смотрите до конца, чтобы узнать. Надеюсь, что вы уже поставили лайк и даже подписались на канал. А если нет, то самое время это сделать. Тони, как думаешь, сколько лайков нужно набрать? 23 лайка. Отлично! Спасибо огромное и приятного просмотра! Речи, ну зачем нам камень, скажи? Мы же пришли сюда за алмазами. У меня булыжник дома закончился, понимаешь? У меня было 3 сундука, и все 3 сундука у меня обокрал няшка. Что мне теперь делать с камнем? Ой, а? Ну ладно, ладно, так уж и быть. Опачки, а это еще что такое? Интересно, я еще никогда не видел таких шахт. Гречи, знаешь, ты вот спускайся вот туда вот ниже, а я пойду посмотрю, что там, и я тебя догоню. А, ладно, хорошо, Фиксай, давай, до скорого. А, давай, давай, давай. Только этого аккуратнее там будь. Окей. Посмотрим, какие тайны скрывает эта пещера. Полностью из эндерника, офигеть, я впервые реально такой вижу. О, привет, дружище! Какой милый слайм! А ты что тут делаешь? Эй, ты что, совсем уже что ли? А, о, господи! Как жжет! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Как же жжется! Невозможно! Что это за тварь такая была? А! Кошмар! Что это у меня за пятно на лице? Сейчас надо протереть как-то эту жижу! О, вроде бы все. Господи, кажись, у меня поменялся цвет глаз. Видимо, это все из-за этой слизи. Ну, вроде бы боль прекратилась. Ладно, надо найти Гречина и все ему рассказать. Ай-яй-яй-яй, привет, Фиксай, ебёт потом, я уж думал, ты наверх поднялся, ты этого. Погоди, а что у тебя с глазами? Гречин, ты не поверишь, что сейчас произошло. Я шел по шахте и нашел какого-то необычного слайма, который напал на меня и оставил свою слизь мне на лице. Ужас-то какой. Погоди, нам нужно срочно возвращаться наверх. Он мог тебя отравить там или еще что похуже. Да ладно тебе, вроде бы только цвет глаз. Изменения не... Вообще! Вообще! Тихо, тихо! Где я? Где я? Господи! Что это? Куда выбираться? Я на улице нахожусь, Гречин! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, господи! Все, Фиксай, надо точно на водер. Уходим отсюда, да побыстрее! Да если б я знал еще как! Быстрее! Да что быстрее? Я не могу! Что? Фиксай! Что? Привет! Ты что, ты сегодня, знаешь, непостоянный? Очень смешно! Очень смешно! Да, ребят, очень смешно! Или помогай давайте уже! Вообще! О, я, кажется, излечился. Не-не-не, Фиксай, у тебя еще глаза фиолетовые. Пошли быстрее, пока снова не ты не чихнул. Идем отсюда. Ладно, ладно, точнее, хорошо, сюда. Хорошо. Так, все, давай, Фиксай, присаживайся на диван, ага. И подожди-ка немного. Хорошо, хорошо, хорошо. Так. Глазные капли? Что это за Шанхай-машина? Нешка, это мое новое сверхизобретение. В общем-то, оно позволяет залетать прямо в голову другим людям, представляешь? Что? Кого? Каким людям в голову? Да погоди ты, мы же один раз уже залезали. Фиксай, все нормально, обошлось там. Как-то обошлось? Я чуть бесконечности не остался после этого. Ну, это побочный эффект, Фиксай. Главное, чтобы ты был здоров, понимаешь? А это что здоров, за звуки? Няшка, что это за звуки? Я не знаю, я ничего не нажимал, это Донни там что-то... Донни, выключи, ты что сломаешь там все? Ребята, я сейчас все взорву! Да не надо тут ничего взрывать, ты что? Хватит этой штуки, ты знаешь, на что она вообще отвечает? Это, кажется, не оно, что не сорет? Няшка, ты умер! Няшка умер, нет! Надо срочно поставить лайк и подписаться на канал, чтобы он выздоровел. Так, ну, вроде бы все должно работать. А, чуть не забыл, точно. Да, почему я в этой коляске сижу? Глазные капли. Слушай, а это точно безопасно? Ну, не знаю, процентов где-то на 90. Слушай, ну, больше половины это уже хорошо. А, погоди, я подумал, что ты спросил, насколько это опасно. Что? А ну, выпустите меня! Выпустите! Нет, 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 быстрее! Куда? Куда не надо? Нет, 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 нет! Я ногу, походу, подвернул, боже мой. Ай-яй-яй-яй-яй. А, нет, снова повторилось. В этот раз я хотя бы не робот, офигеть. Я не знаю, что со мной. Мы что, реально, что это? Фиксай, это твой мозг? Видимо, у кого-то его нет. Можно. Слушай, если ты находишься можно сейчас в своем мозгу, ну, взорвать. Но мозг твой тут, значит... Видимо, реально у кого-то нет мозга. Ладно, что будем делать так, здесь? Так, а что за комната? Что, что куда, это? Куда, о, куда, куда? За что? Не уходи, куда ты, мой лупатун? Зайди это? Обратно, не, ну, зайди в обратно, отсюда, выйди, выйди. Кто тебе разрешил заходить там в сокровенное, а? Погоди, погоди, а тут... Да это мои секреты, не бабуль? Надо заходить в них. Это моя голова, мои воспоминания, Фиксай, мои главные секреты. Бабуль. Какие бабули? Вы сами бамбули, идите отсюда, давайте. Почему? Ладно, 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 выходим, ладно, ладно. Это твое мясо, пока ты спишь.
Слышь, иди отсюда. Три бамбуля, бамбуль. Так, погоди, а тут. О, опа. Да нет, ну куда вы зашли-то, я не понимаю. Это фиксета, не будите ее. Она здесь спит. Погоди, будильник, стой, на сколько поставлен? Да не на сколько он не поставлен, пошли вон, это мои секреты. Ой-ой-ой. Да хватит, да сколько ж можно. Да, это вы. Все смотрим на Акаки. Лежит? Ну, как обычно, самый ленивый, самый противный. Это операция на Акаки. Какой? Он просто самый ленивый среди нас, просто как всегда. Все, выходите отсюда. Так, все, хватит. Мы вообще-то сюда не за этим. Подожди, Гречин, ты что делаешь? Ты кто? А ты кто? В смысле кто? Вы кто такие? Я вас не знаю. Блин, я ему, видимо, вообще не перебил. Помогайте быстрее ломать. Вы кто такие? Мне страшно. Вы кто? Ломай няшка руками. А, Гречин, няшка, Донни, вы что ли, ребят? Ха-ха, погодите. Вы что? Да, это мы. Вы только что закрыли доступ к моим воспоминаниям. Не делай так больше. Погоди, это реально работает. Погоди, а если вот так вот сделать? Нет. Ладно, все, серьезно, хватит. Ни в коем случае лопату не надо. Блин, а я хотел поменять Акакию, селезенку и желудок местами. Блин, а прикинь, ему еще пятку вместо носа поставить. Но это будет работать только в моих воспоминаниях. В жизни это не будет так. Ребята, мы зачем вообще сюда пришли? Да. Вроде фикса вылечить. Не, в глаз, мы хотели в глаз, да? Что ж, ребят, за этой дверью нас может ждать абсолютно все, что угодно. Поэтому давайте поаккуратнее. Ура! Приключения! Стой, придурок, куда ты побежал? А я тебя спасу! Вечно вас приходится выручать! Бейте! Помогите! По глазу, главное, не ударьте меня, а то синяк будет! Какие же они мощные! Ух, вроде бы все. И что нам делать дальше? Так, посмотрим. Вот это получается твой глаз. И теперь, если я кину сюда зелье, то он должен стать нормальным. Хопа! Сработало! Я даже ничего не почувствовал! Ничего себе, это реально Давайте работает! Давайте к следующему пойдем! Да-да-да, вперед уже! Погнали, быстрее! Погнали! Так! Ну, что, Даня, зайди первым, не хочешь? Да нет, спасибо, блин. Слушайте, никто не заметил, что это женский глаз, а тот мужской? Это что, типа туалета? А вдруг эти теория? Эндерслаймы, они типа... Так, давайте я зайду, все равно придется идти! Так и... Слушайте, Даня, здесь все в порядке! Ну, повезло, тут никого. Да, я уже настроился драться. Давай, Гречин, используй зелье! Стой, я вспомнил. Что вспомнил? Нам нужно срочно убираться, я ставил пельмени на плите. Гречин, давай быстрее, пожалуйста. Ладно, все, побыстрее уходим отсюда. Дурында, ты зелье протратил, даже в глаз не попал. Ладно, чего вы сразу начинаете, у меня еще одно зелье есть. Давай, так, пельмени так, сейчас пахнутся у все, тебя. Хоба. О, офигеть, реально работает. Так, ладно, быстрее, побежали, ребят. Да, погнали вперед. Давайте бегом, ведь там мое тело. Нажимай скорее, давай, поехали. Хоп, все, поехали. О! Получилось, Гречин! Глаза синие теперь! Так, все, я за пельменями, ребят, срочно! Ты точно ничего не перепутал? Точно, конечно, у меня на кухне пельмени стоит, еще лестница эта тупая. Да ладно тебе, мне кажется, ты перепутал, все нормально там с пельменями. Не-не-не, 100% пельмени у меня на кухне стоят. Гречин, а где пельмени? Да где пельмени-то вообще? Слушай, кажись, он реально не перепутал. Да, блин. Правда, пельменей нету. Погоди, пельмени кушать хочу. Да нет, у тебя ни кухни, ни пельменей у тебя нету. Да и желудка, мне кажется, после такого. Эх, жалко, мой парад. Я так хотел залезть в голову к няшке. А, кстати, его кто-нибудь видел? Подождите, только не говорите, что он остался у меня в голове! Ну, я не собирался, конечно, говорить, но не буду, ладно. Ух ты ж, ё-моё, пожалуй, я побыстрее начну чинить свой аппарат. Нет! Только не няшка! Мне даже страшно представить, что он там сейчас делает! Слушай, твои глаза, ну это явно не к добру. Так, а что со мной происходит? Золото? Нет! Все в золоте! Все в золоте! Мой самый худший кошмар! Нет! Хватит бегать, остановись, я не смогу банально починить свой аппарат, если ты здесь все в золото превратишь. Да, прости, пожалуйста, я не могу. Да что ж такое? Золото, много золота. Привет, ребят, что вы тут делаете? О, привет, Шуня. Да долгая история, если честно, но опять в ней виноват няшка. Да, а дом Гречина тоже он разрушил? Ну, не совсем. Гречин просто решил его по-быстрому перестроить. Странный его гид. О, привет, Шуня, здорово. Ты бы не могла, слушай, на время взять к себе фикса, присмотреть за ним? А то у него слегка болят глаза, а нам еще целый дом восстанавливать. Ой, ну, хорошо, пойдем с ним печь торты. Не-не-не-не-не-не, я хочу остаться и помочь вам, ребят. Давай. Иди, Шуня, уходи отсюда. Ну, все, уходите. Ну, ладно. Пойдем фиксай. Ух, наконец-то закончим. Теперь можно попить чай. Да, только сходи в комнату за сервисом, но будь осторожнее, у меня там целая коллекция. Хорошо, без проблем. Я даже спрашивать не буду, откуда это здесь находится. Сервис, значит, и в каком ящике?
кабинке он находится. О нет, о нет, о нет, о нет. Стоп, да ладно, не может быть такое. Это очень плохо, это очень плохо. Мой сервиз! Стой! Прости, Шуня, я не, это не контролирую! Я не контролирую это! Тихо-тихо-тихо, Шуня, Шуня! Я тебе помогу! Нет, Шуня, нет! Лучше не подходи, лучше не... Шуня, прости, пожалуйста! Я не хотел! Эй, фиксай, мы все восстановили! Ты как? Что у вас вообще происходит? Все хорошо! Ничего не вижу, ребят! Давай аккуратнее, главное это, стену не упрись! Да какую стену? Тут вроде бы ничего не понимаю, что это? Да быстрее, давай! Больно, куда ты меня бьешь? Напялили свои очки! Все, тихо. Все, заводи его в дверь, я держу. Заводи его, рукой, ногой, по жопу лопни! Ребят, ну я стараюсь, но можно было бы хотя бы оставить мне пару щелей, чтобы я мог видеть? Ни в коем случае, я не хочу еще разрываться! Куда мне дальше, я ничего не вижу! Все, направо, вот на стул, вот сюда. Вот всё, сюда вот? Да нет. Нет, давай руку, вставай. Вставай аккуратненько. Куда? Хоп, сюда? Все, красавчик. Все, давай, Тоня, раз, два, поехали. Два, три. Все, господи, что с моим мозгом? Что он наделал? Няшка! О, вы вернулись за мной? Что ты натворил здесь? Я ничего не делал, оно само. Ага, и трон золота тоже случайно появился. Конечно. О, ну иди сюда! Я тебе покажу, конечно! А ну подошел ко мне! Что? Засранец такой! Ничего не сделал! Ничего он не сделал, совсем уже в своем золоте помешался! Ну все, с паразитами разобрались, время наводить порядок в моей голове. Может, трон оставим? Нет! Ну ладно. Ну и беспорядок же здесь он навел. Да, это было нелегко. В любом случае, ребят, пришло время выбираться, так что давайте побыстрее уже выйдем отсюда. Да, поехали. Раз, два, поехали. Ничего не вижу. Все, снимай очки эти. Не, подождите, давайте выйдем на улицу, а то второй раз восстанавливать дом я вообще не хочу. А, ладно. Давай. О, наконец-то меня понес. Все, погнали, фиксай. Правда, из-за твоих толстых ягодиц я ничего не вижу. Так зато какие мягкие булки. Все. Вот здесь уже можешь их и снимать. Подальше от моего дома, главное. Вон туда смотри. Ладно. Так уж и быть, сниму эти очки. Раз, два. О, я, кажется, здоров, ребят. Фух, ты глаза у тебя вроде голубые. Отлично. Ну, раз все нормально, я пойду. Кстати, где Нешка? Ребят, я какого-то слайма странного нашел в шахте, эндермирком каком-то. Он меня плюнул, я не знаю, очень колет глаза. Слушай, ребят, помогите. Срочные дела, я пойду. Что? Ой, я это, кажется, в плиту там с пельменем выключить забыл. Так что пока, Няшка. Время идти искать лук-батун. Удачи, Няшка. Я же тебе помогал, алло. Ребят, ну куда уходи? Лук-батун. Ай!